Нарежечки. А такая шляшля, так ускрскр. Села девушка после 4 лет отношений. И теперь ей на меня все равно. Она мне не пишет и не хочет со мной общаться. А я ее все еще люблю. Как мне принять эту ситуацию? Спасибо. Привет, спасибо тебе большое за 250 рублей. Да как, только время. Бро, только время. Нет какого-то лайфхака, который ты делаешь. О, всем привет, ребят. Всем привет. Саня закончил? Всем здорово, всем привет. Спасибо большое, Санек, за рейд. Спасибо огромное. Тема с расставаниями, сука, это тема, которая затрагивает всех людей, блядь, на планете. И... только время, вот это единственный, короче, лайфхак. Реально только время помогает с этой хуйней справиться. Нужно, чтобы прошло время. Потому что это же, ну нихуя себе, это привычка, блядь. 4 года ты в отношениях, там условно, да. Ты привыкаешь, что у тебя есть человек. И прикинь, сколько тебе нужно времени, чтобы привыкнуть быть одному. Единственное, что, наверное, самое говнястое, самое хуевое, это когда ты после своих отношений, когда ты расстаешься, ты начинаешь влезать в следующие отношения моментально из-за того, что у тебя привычка быть с кем-то. Шарите за эту хуйню? И ты даже неосознанно просто, типа, просто потому что ты хочешь быть с кем-то, ты начинаешь общаться с другим человеком, навязываться, там вся хуйня, и ты условно там влюбляешься в человека. А по большому счету тебе же нихуя не надо, это же просто, типа, привычка, ты гасишь, блядь, свои потребности ебучие. И очень часто следующие отношения после больших отношений, следующие, если они начинаются быстро достаточно, они быстро и заканчиваются. Поэтому я предпочитаю, после долгих отношений, я предпочитаю долгое время быть один. И когда уже есть такое понимание, то что можно, в принципе, можно уже... можно начать новые отношения, тогда уже такой этап. Вот, конкретно сейчас я вообще не представляю себя в отношениях, мне безумно хорошо. Привет. И хочется быть одному. Конечно, вы понимаете, что каждый человек, блядь, социальный, и всем хочется пообниматься, там, вот эта вся хуйня. Это окей, но, типа, быть в отношениях, это значит быть обязанным кому-то. Переживать за это, тратить на это силы, эмоции, это вообще сейчас, короче, не знаю. Хочется без этого. Чё трясёшься? Я невротик.